Ребята, всем привет, на канале Соня Единорожка, и сегодня мы будем снимать Тока Бока, я буду снимать Тока Бока, нелюбимая дочь. Я помню, как я снимала уже Тока Бока, нелюбимая дочь, никому не понравилось, и вообще было очень тихо, я говорила. Сейчас я буду маленько погромче говорить, потому что у меня появился микрофон. И давайте, я хочу фонарь поставить и начнем ролик. Ролик. Так, какой бы фонарь поставить? Нет, я не буду, я уже сделала дом заранее. В смысле он не стоит? Стой, почему он не стоит? Почему он не стоит? Алло, гараж, почему он не стоит? Ладно. Попробуем. Почему он не стоит? Ладно, без фонаря будем. Так, давайте. Я снимаю. Давайте начинать. Мама. О, господи, опять дочь проснулась. Доченька, что случилось? Мамочка, я хочу кусать. Хорошо, доченька. Сейчас тебе приготовлю я еду. Точнее, вон та дура. Хорошо, доченька? Да, мамочка, я подожду. Надеюсь, вкусная будет. Я тоже надеюсь. Иди пока, доченька, можешь мультик посмотреть. Мам, так у меня нет телефона. А, у тебя телефона нет. Ну, сейчас будет. Ну, короче, поиграю в игру. А я пока подожду, пока она еду приготовит. Эй, встала быстро. Что, мамочка? Пошла еду готовить. Мамочка, ну я не хочу. Я хочу спать. Встала, пошла еду готовить. Моя доченька хочет кушать. Хорошо, мамочка. Привет. Иди еду готовь, я сейчас помрусь голоду. Хорошо. Чтобы кому приготовить? Так, сестре я приготовлю... Ой. Так, блин, для папы тарелки нету. Она же разбилась, а мне говорили ее купить. Блин, я забыла ее купить. Ну, вот, в принципе, сойдет такая. Так, маме с папой бургеры. Готовить буду. Сестре кашку. Так, вот папина тарелочка. Вот мабина. Так, складываем. Все сюда. Вот мамина тарелочка. А сестре вот это. Давай быстрее, я скоро помью с году. Хорошо, быстрее буду. Блин. Фигня. Почему не могу тарелку взять? А, ладно. Ребят, простите. Ладно, возьму другую тарелку, потому что это какая-то странная. Возьму такую же, как у папы, для мамы. Так, все. Давай быстрее. Хорошо. Все готово. Наконец-то и полгода не прошло. Пойду родителей звать. Тебе не готовила? Нет, не готовила. Вот хорошо. Иди отсюда. Хорошо. Нам пойдем, я приготовила наконец-то еду. Да, сейчас я папу твоего разбужу. Вставай. А что, где? Ты ненормальный? Нет, почему? Ты что ложишься на постель? У нас сегодня собака будет, нам ее наконец-то сегодня привезут. А что случилось-то? Еду эта дура приготовила наконец-то. А, ну пойдем.
Ура, моя любимая кашка. Мой бургер. О, Господи. Иди сюда. Что, мама, кто? Ты же знаешь, что я на диету села, я не ем бургеры. А ну-ка приготовил мне салат. Хорошо, мамочка. Я пойду поотдыхаю. Пойдем, семья, пока подыхаем, пока нам. Пойдем. Из-за тебя, блин, я теперь даже поесть не смогла. Почему меня папа, мама и сестра так ненавидят? Ну ладно, съем. Ты что-то съела? Ну сейчас я поем тебе такой капец устрою. Мам, не надо, пожалуйста. Надо, надо. Пойду пока. Фух, а я просто съела наш бургер. Ах, она. Эх, ладно, придется готовить еду. Салат. Блин, на холодильник не улетел. Блин. Так, все, короче, пусть стоит тоже как-нибудь. Это лить кетчупом сверху. Ну-ка, наконец-то хоть что-нибудь хорошее приготовила. Я все равно не рада, как я гулять пойду в этих памперсах некрасивых. Ну ладно, придется хоть что-нибудь. Хоть в что-нибудь пойти, а что меня мама наругает? Все равно другой одежды не даст. Мама, папа, сестра, я приготовила есть. Вот хорошо, пойдемте, семья. Так вкусно. Мне не понравилась ее еда. Хотя, знаете, мне тоже не понравилось, она ужасная у нее. Мне тоже не понравилось. Она просто отвратительная. Как она ее готовила? Что ее на полу готовила? Я не знаю. Я не знаю. Она невкусная. Идите, семья, кое-что делаю. Иди сюда. Что, мамочка? Итак. Ты почему всем отвратительную еду приготовила, а? Мамочка, ну какую? Без могла. Так, сейчас ты идешь и вещи собираешь, и уезжаешь на улицу вообще навсегда. Потом в тюрьму тебя посадят. Мамочка, не надо, пожалуйста. Надо, надо. Поняла меня? Да. Теперь собирайся и пойдем. Точнее, поехали. Всей семьей. А куда мы поедем, мамочка? Мы поедем кое-куда в хорошее, красивое место. Оттуда ты просто будешь сидеть. Просто сидеть будешь в детском доме специальном. Мамочка, не хочу в детский дом. Она специальная, потом тебя заберем. Как бы хотелось тебя не забирать. Одевайся. Хорошо. Сидят тот. Поняла меня? Да. Вот хорошо. Ладно. Доченька, пойдем переодеваться, пойдем. Мама, убери ее из комнаты. Пожалуйста. Убери ее из комнаты, она мне не нравится тут. Доченька, выйди, сейчас я ее уберу из комнаты. Хе-хе-хе. Уберет мама ее из комнаты. Че ты тут стоишь? Мамочка, ну ты сама мне сказала. Я тебе не говорила, что ты собираешь. Пошла вон отсюда, нафиг. Хорошо. Ну хорошо. Доченька, иди сюда. Что такая радостная? Ой, мамочка, ничего. Вау, какой костюмчик. Я очень рада такому костюмчику. Мама, спасибо. Мамочка, куда мы поедем? Красивое место. И вообще, я не
не помню, как мы поедем, для чего или нет, но там будут палатки, там где-то сможешь отдохнуть. Ура, мамочка, пойдемте. А ее мы будем брать? Будем, но оставим ее в детском доме. Навсегда, навсегда. Нет. Жаль. Так, давайте-ка вещи соберем свои, потому что я решила, мы едем туда с ночевой. Хорошо. Так, вот мой чемоданчик. И это... Так, я буду книжку читать. И эту книжку. Так, мою пижамку. И все. А, нет, еще папину пижамку. Вот ободок, точно. Ободок, точно. Как я могла про него забыть? Это же мой ободок. Это мой любимый. Мам, он тяжелый. Пойдем. Господи, я так ее держу, что мне даже ее трогать не хочется. Вот пойдемте отсюда. Потому что она мне нравится. Поэтому я ее оставила в детдоме. Конечно, расплатиться было 7 тысяч. Но деньги потратишь, новые заработаешь. Лучше на нее потратить, чем заработать. Лучше заработаю, чем она с нами поедет. Мамочка, зачем ты потратила? Я бы сейчас поехала, вот, или бы денежки сохранились. Нетушки, никто в детдоме не сидит, кроме тебя. Мама! Что, правда? Да, все. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Это вы в детдом дочку хотели сдать? Да. Спасибо. Почему вторую берете? Я вам не буду рассказывать. Пойдемте. Доченька, хочешь мороженка? Да, мамочка. А плюс в том, что мы тут полностью одни. Кроме вон той вот дури. И согласна, доченька. Она реально дура. Так, берем рожок. И надеваем на мороженку. Бери, доченька. Пойдемте. Так, вот наше место. Вот ты не можешь бегать, где захочешь. О, мам, там черепашка. Доченька, можешь к черепашке идти. А мы пока с папой тут разложимся. Хорошо. Привет, черепашка. Как-то скучно. Пойди прогуляйся. Там-парим-парим-парим-парим-парам. Там поим-поим-парам. Конечно, скучно без сестры. Но лучше уж чем... Пусть она там сидит, чем мне мешает играть. Это классно. Она реально мешает всем играть. Привет. Ай! Ты кто такая? Я просто девочка. Гуляю тут. Понятно. А ты что тут делаешь? Да, вот приехала сюда отдыхать со своей семьей. В смысле? Ты как понять со своей семейкой? Офигеть. Да вот так. Решила просто тут поехать, а ты одна? Нет, со своей семьей сюда приехала отдыхать. Ну, видишь, как совпало. Мы тут сегодня с ночевой. И мы с ночевой. Мне говорили, там какую-то девочку взяли в детдом. А это кто такая? Это моя сестра, ее мама просто ненавидит, и поэтому ее сдали в детдом. А как тебя зовут-то вообще? Меня Марина, а тебя? Меня Алиса. Давай дружить. Давай, пойдем. Это мое место. Привет, папочка, привет, мамочка. Я подружилась с девочкой, а не Тэмбо. Понятно, доченька, скоро пойдем купаться, хорошо? Хорошо. Это мои родители. Это мои родители. Понятно. Привет, мама, привет, пап. Это моя подружка. Они там приехали отдыхать. О, так мы не одни здесь? Ну, как видите, нет. Понятно. Мы, наверное, сейчас пойдем купаться. Мы, кстати, тоже купаться пойдем. Интересно, давай в бассейне подружимся со своими родителями. Хорошо, пойдем. Блин, я тоже хочу мороженку. Нам идти уже в бассейн. Доченька, доедай мороженку. Ням-ням. И пойдемте. Ну, не в бассейн купаться, а на пляжу зажигать, загорать.
Пойдемте. Девочки, ты пойдешь переодеваться? Да, я переодеваться. Ну, конечно, я не иду переодеваться, мы прям в этом пойдем купаться. Пойдемте. Здрасте, здрасте. Дети, идите. А мама, я пойду. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут и как тебя зовут? Меня зовут Марина, а меня Максим. Меня Саша. А меня Алина. Очень приятно. Очень приятно познакомиться. Пойдем. Пойдем, Марин. Или как тебя там зовут? Да, Марина. Ой, меня не Марина зовут, а Кристина. Извините, ребята, перепутала. Итак, ну давайте покупаемся, что ли. Наши точки дружат. Уи-и-и. Понятно. Грязью. Так, пойдем. Ай, ходно, ходно, ходно. Влезайте в палатку, девочки. Мы хотим поотдыхать. Ладно, поотдыхайте. Мы приехали сюда. Ой, я тоже пойду поотдыхать. Ой, я не пойду. Я пойду пока поотдыхаю. Эх, что нельзя с девчонками. Ну ладно, здесь вот так поотдыхаю. Эх, как хорошо на природе. Ладно. Ладно, так. О, господи, лягушка. А, может, спаси. Что ты кричишь, дорогая? Там лягушка. Это обычная безобидная игрушка. Может, кто-то забыл. Уф, я уж думала, какая-то страшилка. О, господи, что ты так смешишь? Я ж напугался. Да ничего, я не смешу. Вот хорошо, давай. Пойдем уж. Ой, пойдем, друг. Ладно. Уже солнце зашло, идите вылазите. А, господи, холодно так. Как? Че, побудете с нами тут маленечко? Да, девочки как раз поиграют. Ну, ребят, на этом первая часть «Нелюбимая дочь». По второму сезону. Вторая часть заканчивается. Всем пока, были на канале Соня Единорожка. Вторая часть скоро выйдет. Сегодня, скоро.